І в районі Приютного воюють, зокрема, так звані бойовики з російських підрозділів «Шторм». Напередодні вони записали відеозвернення, де скаржаться на керівництво. Кажуть, було 150 людей, а врешті їх залишилося пару десятків. На передок, де вони пробули 3 місяці, кажуть, не поставлялись БК, продукти і вода також, не вивозились 200 і 300. Тепер же вони відмовляються йти у бій і кажуть, якщо буде повідомлення, що вони загинули, це зробили свої. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. Вот это лично вот мое мнение, мнение пацанов, что нас просто, нас вот было 150 карандашов. Да, вот, вот наш остаток из 150. 3 месяца мы служим, нам ни разу не заплатили зарплату. Сейчас к нам приехали и сказали, пацаны, надо ехать в Приютное на передок опять, в мясорубку, где мы уже были. Опять и мы от этого не вернемся. Суть никогда. Этого обращения такова. Мы, записав это обращение, разошлем их и это обращение своим родственникам. После чего мы отказываемся дальше идти выполнять боевые задачи по вот этим по ряду причин, которые мы обратились в обращении. И сдаемся в руки ВП. Пусть, если кто-то из нас, из этого остатка, фамилии мы позже перечислим. Кто-то погибнет, они погибли не на передовых, просто обнулили. Кто-то может там, я не знаю, за что, но мы вот они стоим, вот они, мы с передка, все ребята здесь. Если даже кто-то погибнет, он погиб не на передке, его просто застрелили свои.